понятно. Брембо, Брембо, Ниссин, Брембо, Брембо, Ниссин, Брембо, Ниссин, Ниссин, Брембо. Да, он не мощный, да, он не суперсовременный. 500 лет уже Кавасаки выпускает этот мотор. Опа, это что за персонаж, ну-ка. Хайо-хайо-хайо, мотогоны, всем привет, с вами Взрывной Майк, и чтобы протестировать этот мотик и снять для вас видос, я специально отправился на дальничок. А речь у нас сегодня пойдет о мощном, тяжелом туристическом мотоцикле от Kawasaki, и это Kawasaki Versys 1000 первого поколения. Усаживайтесь поудобней и приятного просмотра. Итак, это у нас туристический тяжелый мотоцикл от Kawasaki. Kawasaki его позиционирует как туристический эндуро, но об этом мы сегодня в видео поговорим. И я по традиции в мае решил отправиться на дальничок к себе в деревню, чтобы протестировать вот этот мотоцикл. Именно у меня в деревне мы сейчас стоим. Природа, лесок, красота. И у меня есть уже что вам рассказать про этот мотоцикл, поэтому давайте приступим. Что мы знаем про этот байк? Я уже сказал, что это флагманский турэндуро от компании Kawasaki. У Kawasaki есть еще версия с 650. Для меня, например, 650-ка всегда была не очень интересна, честно говорю. Не обижайтесь владельцев 650-ок, это не значит, что это плохой мотоцикл. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Я решил ко мне лезть. Просто там вполне понятный для меня мотор, рядная двоечка, он скучноватый, наверное, и так его можно назвать. А тысячный Versys я раньше воспринимал примерно так же. То есть это Versys, что-то такое среднее, не топовое, не крутое. Ну и вообще я думал, что это такой самый простенький турэндуро наряду там с Вестромом. Для меня существовали только гуси, там мультистрады, понятное дело, вы сейчас скажете, сраный мажор. Но я прокатился на этот мотоцикл, и я понял, что я очень сильно ошибался в своих ожиданиях, потому что те ожидания заниженные, которые у меня были, этот байк их переплюнул. Kawasaki Versys появился в 2012 году, и с 2012 по 2014 выпускалось первое поколение. Это как раз вот байк, который сейчас стоит передо мной, он как раз-таки первого поколения. После этого был рестайл в 2015 году, потом еще обновляли, еще обновляли, еще обновляли. И, понятное дело, на 2023 год новая модель, она уже прилично отличается от того, что мы видим сейчас. Но мы понимаем, что на вторичном рынке они присутствуют. Многие из вас, возможно, рассматривают покупки этот мотоцикл. И сейчас на рынке такие мотоциклы продаются по где-то 600-800, там, ну, 900 тысяч именно первого поколения. То есть он относительно доступен для литрового мощного туристического мотоцикла. Этот мотик построен на базе мотора от Kawasaki Z1000, хорошо знакомого мне и вам, если смотрите давно мой канал. Этот стрит Z1000, он мне нравится, но он не топовый, конечно же, в моей линейке, но он неплохой за свои деньги, скажем так. Простой, ничего такого в нем нет, но мотор такой тяговитый, рядная четверочка, плавная и так далее. Здесь мотор абсолютно так же ощущается. Конечно, он претерпел некоторые конструктивные изменения небольшие. Его, конечно же, перенастроили, чтобы на низах было больше тяги, в середине было тоже больше тяги, больше крутящего момента. Лошадиных сил он выдает меньше, чем мотор Z1000, а конкретно вот первое поколение выдает 118 лошадиных сил. Но при этом он выдает 102 ньютона крутящего. И, понятное дело, на низах и на середине он тянет очень хорошо, как паровоз. Ну, он, кстати, не очень широкий. Я вот прям сейчас так по рулю смотрю. Защиты рук нету, конечно, от ветра. Это минус. Я бы поставил. Но через пробку как будто бы прям более-менее комфортно на нем ехать. Тут грузики руля, кстати, очень длинные. Бебец такие просто сантиметров по 5, наверное, если не больше, выпирают. Но вот так если подумать, что в 2014 году Kawasaki делала вот такие мотики, причем с 12-го они пошли, вот это первое поколение, с 12 по 14 уже такой вот мотоцикл был. Ну, он ощутимо тяжелый, вот в пробке я пытаюсь на контрсвешивании уворачиваться от зеркал, и я прям туда его так наклоняю в одну сторону, а обратно он уже не так легко назад возвращается. Я, кстати, с владельцем этого мотика поговорил, который у нас его ставит на субаренду. Вот в городе это очень сильно напрягает,
Когда полностью закрываешь газ и хочешь его слегка приоткрыть, чтобы мотоцикл снова плавно поехал, он чуть-чуть тупит, потому что здесь полуэлектронная, скажем так, ручка газа. То есть тут есть дроссели, которые тросиками регулируются, но от ручки газа идут провода. И вот эта ручка газа, она чуть-чуть подтупливает. И вот когда ты разгоняешься, закрываешь газ и хочешь плавненько опять открыться, то мотоцикл дергается, как бы ты ни пытался аккуратно это делать. Ну, опять же, я не знаю, проблема это конкретно этого мотоцикла или это проблема первого поколения Версисов литровых. На новых, ну, я больше чем уверен, уже такой проблемы нет, потому что это первое поколение, не может первое поколение быть, ну, во всем идеальным. Блин, на трассе он просто офигенный. Вот едешь 150-160, не чувствуешь абсолютно. И передачу можно не трогать. Я подрубил шестую, вот надо мне сбавить до 100. Сбавлю, даже не буду трогать передачу. Надо мне ускориться до 200, тоже не буду трогать. Офигенно тянет, офигенно. Плюс он устойчивый. То есть, если ты на нем едешь в пробке, и я говорил, что в пробке вот эта масса, она ощущается как в минус, то на трассе он просто как локомотив. То есть, у него тяга, он уверенно шуршит вперед. Вообще просто бомба, вообще бомба. Нет круиз-контроля, минус, да, но это 14-й год. В новом, наверняка, я уверен, есть. Нет подогрева ручек, тоже минус, но я знаю, что Kawasaki вроде как продает это как топ. Можно дооснастить. Единственное, что я бы хотел, чтобы с завода ставила Kawasaki, не знаю, в новых ставят или нет, то гарды. Обязательно вот эти гарды, которые защищают от ветра. Мы сейчас едем вроде как бы не очень холодно, но и не жарко, знаете. И мне вот в простых городских перчатках руки продувают. Я, конечно, взял теплые, но пока терплю. Этот мотик сделан в первую очередь для дальних и быстрых, в том числе, дорожных путешествий. То есть поехать на таком байке в Европу, я бы с кайфом поехал, вообще супер. Вибрации, кстати, особо не ощущаю, ну, насколько они могут не ощущаться на рядной четверке. Конечно, здесь есть эти вибрации, но они не бесячие. Они не бесячие, от них, я думаю, не устанешь. И чувствую я их только в руле, в подножках практически их нет, жопа, я в сиденье вообще их не чувствую. Ну, про багажную систему не знаю, есть смысл рассказывать, нет. Здесь, понятное дело, можно по-разному что-то закрепить. Я вот стропой закрепил баульчик, вот, и здесь еще у меня есть большой центральный кофр. Я, кстати, буду вам снимать видос про мое снаряжение для дальних поездок разных форматов, то есть мотокемпинги, с палатками, без палаток. И расскажу про все компактное снаряжение для мотоцикла, которое у меня есть. Но у меня часто спрашивают, например, что же брать в любую поездку, и вот даже если вы едете за 100 км, от Москвы на дачу к себе, я всегда рекомендую брать, во-первых, дождевик. У меня вот здесь один дождевик, дождевая куртка, и здесь вот еще цельный дождевик BMW. Туда же относятся перчатки, они же теплые, они же водонепроницаемые, можно чехлы на перчатки. Вот все, что вам поможет бороться с непогодой. Всякие дополнительные утеплители, бафы, термобелье, там какие-нибудь флисовые кофты. Вот. Обязательно я всегда беру с собой очиститель для визора с тряпочкой, потому что сейчас особенно весной, вот мы, не знаю, 100 метров отъехали, уже пару мух об мой визор разбились. Вот, дополнительно я всегда беру какие-нибудь стропы, вот сейчас это у меня дорогие стропы Rockstraps, ну, можно там обычные какие-нибудь транспортировочные стропы с собой возить, ну, или ленты, там, изолента, скотч, то, чем можно закрепить, потому что может что-то отвалиться у вас в путешествии, или вы там купите что-то дополнительное, там, например, уголь для мангала купите, кладете его, и надо чем-то его закрепить. Вот, крепежные элементы тоже должны присутствовать. И также обязательно нужно возить все, что вам нужно для ремонта шина, для подкачки колес, для устранения всяких пробоев колес. Понятное дело, что это там ремкомплект должен быть и какой-то насос. Вот, про насос я рассказывал в путешествии на Памир. Вот он у меня. Но я теперь вожу вот такой целый сет. Давайте чуть поподробнее вам о нем расскажу. Насос очень компактный. Вот она у нас трубочка, сам насос и провода. Вот это вот все накачает ваше колесо быстро и без каких-либо проблем. При своей компактности он реально очень мощный. Ну, опять же, кто смотрел Памир, вы видели. Питается он вот от такого провода. Есть еще в комплекте провода
который можно запитать от аккумулятора, но обычно это геморрой. Вот этот провод вы вставляете в прикуриватель, например, автомобиля, или снимаете вот эту насадочку, и можно уже вставлять в прикуриватель мотоцикл. Ну и плюс комплектом сюда еще идет пускач Беркут. В принципе, если вы мотоциклист, не надо вам объяснять, зачем нужен пускач, но даже в этом случае он не только функцию пускача у меня выполняет. Вот это моя старая модель GST 9000, я вот как раз с ним ездил на Памир, но у Беркута вышла новая модель, и теперь она у меня есть. Это модель GST 15000. Видите, он уже такой большой. Во-первых, им, конечно же, можно завести там, запустить любой двигатель, хоть КамАЗа, мне кажется. Вот, очень мощный. Здесь уже несколько USB разъемов, можно и телефоны, и камеры заряжать, использовать как пауэрбанк. Но самая полезная фишка вот с точки зрения вот этого сета для меня — это новый разъем, который здесь появился, вот этот. Что он дает? Смотрите, мы берем из комплекта вот такой провод, вставляем вот сюда и получаем рабочий прикуриватель. После этого мы просто берем насос, вставляем вот сюда. Можем накачивать колеса. Причем он настолько мощно фигачит, так же мощно, как от заведенного мотоцикла. Потому что если мотоцикл не заводить, опять же, на Памире мы это прочувствовали, то насос уже не так активно качает. Поэтому вот такое решение, если у вас на мотоцикле нет USB-розетки, оно очень полезно. А если у вас там несколько мотоциклов, то вообще вот такой сет покупаешь и везде его с собой водишь. Путешествия, дальнички, даже по городу, там, если с кофрами ездите, можно в кофр кинуть. Плюс ко всему здесь есть датчик давления, да, если у вас в колесах нет датчика давления, манометр. 4 раза нас Беркут выручал на Памире, и я уверен, что лучшее решение сейчас не найти. А что случилось? Как ты почувствовал? Там гирлянда сгорелась. А, у тебя же датчики. На помощь к нам приходит насос Беркут. Мишаня, все есть. Гусеводы весь, ничего не берут. Здесь есть прикуриватель под BMW-шный разъем. Надо попробовать. Получилось. Качай. Беркут, давай, родненький. И с прошлого года мы с Беркутом сделали промокод для моих подписчиков. Майк 2022, он звучит, потому что в 2022 году его делали, но он до сих пор работает. Поэтому если вы хотите приобрести вот такой вот офигенный насос или сразу набором, так, кстати, выгоднее будет насос плюс пускач, можно такой, то ссылочку я оставлю в описании и промокод тоже пропишу в описании, чтобы вы не забыли. Пользуйтесь, реально рекомендую. Вот вещь, которую сам постоянно использую. Переходим дальше к подвескам. Спереди у нас стоит 43-миллиметровая вилочка. Она имеет регулировки, отбой, сжатие, преднатяг. В целом прикольно, что здесь есть настройки. Все-таки это флагманский мотоцикл. Сзади у нас стоит моноамортизатор. Он имеет настройку только преднатяга и отбоя. В более последних моделях, в рестайлинговых, вроде как появились еще и другие настройки. Но эти подвески имеют ход 150 мм. И тут сразу возникает вопрос, а турэндуро ли это вообще, как заявляет компания Kawasaki? Я, например, покатавшись на нем, вообще не могу сказать, что это турэндуро. Ну, с натяжкой это такой кроссовер, который может съехать, ну, не знаю, какую-то накатанную грунтовочку. Если у вас разбит асфальт, то ну, сильно держать газ не получается, потому что сразу начинает подвеску шарахать, трясти мотоцикл. Началась не очень хорошая дорога, до этого прям идеальная была, но пока что версия справляется. То есть вот кочки, залатанные дырочки, ямки, перепады, скачки, подвесончик пока все съедает. Я даже скорость не сбавляю, 120 как иду, так и иду. То есть на дорожном мотике, там на Дорсе, на моем, меня здесь трясло. На этом в целом, ну, 120-130 идешь. Потряхивает, конечно, но очень мягко потряхивает. Вот видно, да, я скачу, прям скачу по этим кочкам. Насколько дорога неровная, вся в заплатках, в дырках. То есть легкое бездорожье, он пройдет. Асфальт с кочками, с ямами, он пройдет, но без фанатизма, конечно. Колеса здесь 17-е. Если прям какую-то побольше ямку попадете, то может не поздоровиться. Ну и плюс, конечно, никаких спиц здесь нет, литье. Но это и не турэндуро. Так, ну вот и совсем прям отвратные участки дороги пошли. Я встал в стойку. Ну, очевидно, в стойке здесь не очень комфортно стоять. Подвески, ход 150 мм. Кое-как.
но вот даже с такими очень плохими дорожными условиями, асфальтовыми, а зачастую это она даже хуже, чем какая-нибудь накатанная грунтовка. С такими условиями подвесочки, в принципе, справляются. Настоящая русская дорога, вот как раз версия с тестем на ней, все как положено. Тан-тан-тан-тан, кочки. Не, ну прям большие кочки, конечно, блин, 17-е колесо. Не очень прям контролируешь все это дело, не очень комфортно это все проезжать. Еще пыль такая лежит столбом. Газку открываешь, подбуксовывает мод. Ну можно, можно. Факт, что едешь по этому участку быстрее, чем ехал бы на обычном дорожнике. О, мотобрат едет, смотри. Фига на скутере. Шуршит вообще, газ не закрывая. А я тут жалуюсь, что мне на Версусе что-то там потряхивает на 17-х колесах. Да не, нормально, нормально Версус. Нормально. Можно брать для путешествия по России. Можно брать. Так, а тут у нас что? Ну, тоже для Версуса не проблема. Я даже не встаю в стойку, ребят. Мне мягко. Мне мягко и кайфово на этом сиденье. Клубника-бомба. Клубника-бомба, честно говоря, еще раз. Есть одна большая проблема этого мотоцикла, конечно, которая чувствуется с первых километров. Она очень меня расстраивает, это его тормоза. Вот по трассе я сказал уже, что 150-160, даже 180 будешь ехать и вполне комфортно, и даже не чувствуешь. Но вот оттормаживаться с этой скорости экстренно уже как-то... Ну, я не уверен в этих тормозах. Вот я тормозил в городе, и дело даже не в неинформативности там машинки тормозной, например. А дело в том, что ты даже сильно жмешь, и мотоцикл плохо тормозит. Он реально очень плохо тормозит в сравнении там с одноклассниками. Я не знаю, может, это проблема конкретно этого байка, этого года. Ну, вы там напишите в комментариях, у кого такой же мотик, вы вообще тормозами довольны или нет. Возможно, дело именно в этом мотике, но он полностью обслужен, все с ним нормально, тормоза прокачаны и все такое. Да, опять же, я понимаю, что вот здесь большая масса, 240 килограмм, плюс сейчас у меня там кофр нагружен, плюс я на нем сижу. Но хотелось бы, чтобы он тормозил лучше, потому что мотор у него прикольный. Мотор тяговитый, Kawasaki вот этот литровый, я его очень хорошо знаю, по Kawi Z1000. Ну и по более форсированной версии, доработанной на ZX-10R. Мотор офигенный. Ух ты, смотри, Корвет едет. 3/4 номера. Ебать, а тут что, тёлочка сидит в натуре? Там девчонка сидит на Корвете. Там вообще девка за рулем. А, и там еще малой на переднем сиденье. Так, Серега, а нас прицепом, поехали. Вот, 170, ну я даже руку не кладу на руль. Посмотрите, насколько он устойчив, насколько ему легко это делать. 180. У него даже мотор не ревет, он чуть-чуть гулкий такой звук издает. Я, кстати, ожидал от него худшего, даже с учетом того, что это, блин, 14-й год. В 14-м году Kawasaki реально делали такой крутой мотик, а я его не знал, прикиньте. Я всегда думал, ну, Versys это пенсионерский мотик. Хотя вот, кстати, 650-й Versys, он действительно пенсионерский мотик. А литровый, это уже, ну вот, я прям сел на него, я 5 километров проехал и говорю, я понял, что это за мотик. Это вот S1000XR, вот реально та же философия, та же концепция. Конечно, S1000XR мощнее, конечно, у него там тормоза в 10 тысяч раз лучше. Опа, это что за персонаж, ну-ка. Красиво обошел, красиво. Ну что, заедем, Серега? Правый ряд свободен. Какая передача? Давай четвертую ставь. Давайте вперед встань. Давай, раз, два, три. Ты куда поехал? Стой, блин! Слушай, я что-то 215 уже выжил на нем, прикинь. А у тебя режим езды какой стоит? Туринг? То есть это даже не спорт был? Слушай, я забираю свои слова обратно, этот мотик не валит.
Кстати говоря, если захотите прокатиться на этом мотике, то вы всегда это сможете сделать у нас в прокате pushkamoto.ru. Можете зайти на сайт, посмотреть там цены. И совсем скоро мы в наших социальных сетях, в Инстаграме Пушки и в Телеграме Пушки, будем разыгрывать бесплатный прокат любого мотоцикла, который у нас представлен. А у нас там есть и Ducati Дьявол, и, значит, Panigale, и Ducati Monster, и всякие Триумфы. В общем, можете посмотреть, если вам будет интересно, и подписывайтесь на наши соцсети, чтобы этот розыгрыш не пропустить. Давайте поговорим теперь про комфорт, потому что мотик все-таки сделан для дальних путешествий, и он должен вас провести 1000 километров, и вы не должны, по идее, устать. Так вот, этот мотик в практически 100% объеме это все вам дает. Потому что, первое, у него очень удобное сиденье. Сравнить его там с сиденьем голды, наверное, неправильно, но оно практически такое же крутое и комфортное, как сиденье голды. Во-первых, оно огромное, оно прям большое, под любые булки подойдет. Во-вторых, оно нереально мягкое. Вот если его потрогать, это просто вот как мягкая игрушка. Причем оно очень толстое, оно объемное, большое, и оно, смотрите, как уходит вниз. Вот тут вот, где вы ножками вашими будете тоже соприкасаться, а здесь тоже у вас все будет мягко. Я проехал за один присест на этом мотике 300, каких-то проблем я вообще не испытал. И я когда слез с мотика, такой, вау, да я вообще не устал. И я вам честно могу сказать, что, например, когда я ездил в деревню на 850-м гусе, вот там сиденье было хуже. Ну, то есть я уже и лозить начинал под последние там километры. Здесь я вообще вот 1000 бы проехал, никаких бы проблем не было. Дальше про посадку. Посадка у него довольно понятная, такая, ну, стандартная, да, для дорожного туристического мотоцикла. Довольно прямая спина у вас, угол ног, конечно, есть, присутствует согнутый, да, такой более острый. Ну, опять же, я вот 300 проехал, у меня ноги не затекли. Плюс сиденье длинное, можно отодвигаться и этот угол ноги менять. То есть, если у вас так все уже затекло, вот так вот садитесь, у вас уже не затекло, да? Руками не надо никуда тянуться, никакого напряжения ни в одной из точек тела у вас нет, когда вы ездите на этом мотоцикле. Высота по седлу здесь 845 миллиметров. Это чуть меньше, чем в стандарте бывает там у турундуру всяких. Ну, сейчас уже современные турундуры, понятно, пошли там, можно разную высоту сиденья выставить. Есть даже мотоциклы с пневмоподвеской, да, можно высоту выше, ниже, ниже делать, например, топовые гуси, там, мультистрада V4. В принципе, вот я со своим ростом 188 не испытываю здесь какого-то дискомфорта, как я испытывал, кстати, на Kawasaki Z1000SX. У линейки Kawasaki есть еще спорттурист, который на базе того же мотора построен. И вот мне с моим ростом 188 на Z1000SX не очень комфортно. Поэтому, если вы высокий человек, как я, или выше даже, то рассматривайте лучше для себя Kawasaki Versys. Да, он выглядит более по-пенсионерски. Пошел ты нахер, козел! То есть Z1000SX, он такой прям как будто спортбайк, как ниндзя выглядит, то это тоже выглядит как турэндуро. Но поверьте мне, там едут они плюс-минус одинаково, эмоции они плюс-минус те же дают. Ну, я бы для дальних путешествий, если вы действительно хотите далеко ездить и долго, я бы выбирал Versys, потому что, ну, мы высокие люди с вами, просто меньше будем страдать в этих путешествиях. Все, как я говорил, мягенько, ровно идет, устойчиво. Но с точки зрения аэродинамики, Versys очень хорошо продуман. Мне не очень сильно продувает ноги, это приятно. Подмышки продувает, да, руки продувает, в тело не дует, в голову, ну. Но в целом сейчас прохладно. Я еду без там термоштанов, просто на мне мотоджинсы. И ноги у меня не продувают. То есть в области таза, в области коленей, в области голени ветер не гуляет. И это очень круто. Хотя в очень жаркую погоду, наверное, может быть минусом. Танкер, просто паровоз. Хоп. И это все шестая передача. Нет, за свои деньги мотик вообще просто вот конфетка. Единственное, тормоза мне очень не нравятся. Вот еду по трассе, луплю быстро, все мне внушает доверие, кроме тормозов. Потому что я вот вижу спринтер вдалеке и понимаю, что если он в колы начнет тормозить, то эти тормоза уже могут не вывести. И
ну, хочешь не хочешь, газ прикрываешь. Опять же, надо попробовать новый Versys. Наверняка там уже все доработали. Начинает пошатывать его. Блять, мультистрада улетела. Я же 225 ехал. Как так-то, блин? Вот я продолжаю удивляться мультистраде. Блин, туристический мотик едет с нагруженными кофрами. Я еду 225, блин, и он меня как стоящего. Серега говорит, 260 только что дал. Охренеть. Не, ну итальянцы умеют делать. Но японцы тоже молодцы. Вот реально, еще раз это повторю. 14-й год, и Кавасаки делает такой классный, реально, туристический мотоцикл. То есть я, ну, как-то не воспринимал совсем никак раньше Versys, пока не сел на него вот сейчас, спустя столько лет. И оказалось, что это такой вот классный мотоцикл. Но видите, у Кавасаки недоработки с маркетингом, с дизайном, может быть. Хотя, ну, нельзя сказать, что этот Versys выглядит плохо. Надо еще человека заставить сесть на этот мотоцикл, чтобы потом он сказал: о, да это же классный мотоцикл. И только после этого он будет готов его купить. Теперь расскажу немножко про оснащение этого байка. Несмотря на то, что это 2014 год, меня, кстати, это удивило. Здесь есть трекшн-контроль KTRC. Если посмотреть на переднее крыло, то там две такие наклеечки ABS и KTRC. Понятное дело, ABS здесь должен присутствовать. Он не отключается. Это, кстати, еще один камешек в огород того, что Кавасаки называет его турэндуро. Ну какой же турэндуро будет без отключаемого ABS хотя бы на заднем колесе? И присутствует здесь трехуровневый трекшн, ребят. Первый, второй, третий уровень, либо off. Регулировать, кстати, его можно прямо на ходу. То есть прикрыл газ, можно регулировать. И плюс есть два режима работы двигателя. Ну, это у многих Kawasak такое, и у Z1000SX, и у там Ninja даже десяток такая фигня есть. А буковки F и L, что по логике обозначает full power и low power. То есть на втором режиме у вас будет меньше тяги, меньше мощности на двигателе. Его, наверное, можно включать, когда там, ну, дождь, плохая погода или еще что-то. Хотя зачем на этом мотоцикле это делать, если у него есть трекшн? Ну, вопрос. Возможно, там было какое-то решение, и они вот его на все мотоциклы ставили, а сюда еще поставили просто трекшн-контроль. Трекшн, кстати, работает неплохо. Он не сильно вмешивается, но осекает. Осекает. То есть мотор способен поднять этот мотоцикл на заднее колесо с газа. И я это проверял, действительно, он начинает подрывать с газа на заднее колесо, несмотря на то, что корова огромная. Поэтому, наверное, трекшн здесь в тему. Но мое удивление еще усилилось, когда я узнал, что при наличии трекшена, каких-то систем, настройки режимов там двигателя, ну, настройки работы двигателя, здесь нету индикатора передач. Это смешно, потому что, ну, эти мотоциклы, они выпускались, там были какие-то разные версии, версии Tourer, Tourer Plus, Super Pooper Tourer Plus, вот, и они отличались лишь какими-то допами. Так вот, в базовой версии здесь нету датчика передач, и его нужно останавливать дополнительно. Приборка довольно информативная, понятное дело, она старого поколения, не какая-то там TFT панель огромная, здесь аналоговый тахометр, которому, ну, люди моего возраста вполне себе привыкли. И маленький дисплейчик с лампочками дополнительными, где видно вашу скорость текущую, там температуру, сколько вам осталось топлива, уровень топлива и все вот это подобное. Обычная старого поколения вот эта вот электронная приборочка, на которой, в принципе, хорошо видно даже при ярком солнце. Также спереди у нас есть USB-розетка, она здесь установлена уже дополнительно, это не с салона шло. С салона, вот я могу ошибаться, но здесь либо идет подготовка, такая заглушка, как у Z1000SX ставится, либо здесь сразу шел обычный прикуриватель. Кстати, про расход. Мы же доехали с Серегой до деревни, он ехал на мультистраде V4, я на Versys, и мультистрада показывала меньше расход, то есть больше показывала рейндж, чем Versys. Но по итогу мы проехали одинаковое расстояние от заправки до заправки, и здесь мы заправлялись. В итоге я залил 16 литров, а Серега в мультистраду залил практически 18 литров. Вот мы сейчас с Серегой пульнули, у меня, конечно, не полный бак был, лампочка заморгала. Бортовой компьютер показывает расход 13,7 километров я проезжаю на 1 литре. Вот, у Кавасак немножко наоборот это все считается. Сейчас мы зальем полный бак и посмотрим, что нам покажет показатель рейндж. Да что за день сегодня спортбайков, точнее спорткаров. Доливаем прям до краев, трамбуем, да? Я думаю, все, больше не надо. Итого, прогрузился у меня рейндж
показывает 342 километра. Я проеду на одном баке. Соответственно, залил я 18 литров, бак здесь 21 литр. Значит, где-то 3 литра резерва. Ну, это логично, многие делают 3 литра резерва. Заявленный расход 5,5. Но я так понимаю, это если ехать, когда у тебя горит вот это вот значок «Эко». Значок «Эко» показывает тебе, когда мотоцикл минимальное количество топлива расходуется. Это вот такая кавасачья фишка. Сейчас он уже пересчитал. Не смотрите, я поехал. На 6 еду. Уже 288 показывает. На самом деле, я думаю, что если ехать вот как мы едем, 150-160, то он будет жрать в районе 6-7 литров точно. Вот уже 246 показывает, смотрите. И уже 21 литр бак. Уже не на 300 с лишним хватает, а на 200 с лишним. Получается, что да, наверное, расход где-то в районе 7-7,5. Но это не удивительно. Если откручивать на нем, то он и десятку, мне кажется, будет жрать. Мотик не очень экономичный, конечно. Но опять же, если ехать вот так шуршать по трассе на низких оборотах, вот сейчас я еду 4000, то в целом проблем быть не должно, и 250 точно вы проедете. Как всегда, стандартный эксперимент. Отключаем трекшн. Трекшн. Оф, все, трекшн отключили, только что-то лампочка не загорелась. Есть у меня предположение, что с отключенным трекшном этот мотик будет вилить просто при наборе скорости. Первое. Еп. Я даже прикрыл газ. Ну-ка, вторая. Да, разгружает, но он прям висит колесо. Он даже с газа, я думаю, пойдет. Ну-ка, третья. Да, с третьей уже не идет. Вот я говорю, у него характер такой XR-ный, такой спортивный мотоцикл, немножко. Есть у него вот эта маленькая жилка спортивности. Кстати, этот мотоцикл не только для больших трасс, каких-то автобанов подходит. Когда выезжаешь вот на такую провинциальную дорогу, но с красивым, ровным, скажем так, асфальтом, тоже можно кайфануть. Ну что, Серег, прохватим немного? Подвеска отличная, но когда заходишь в поворот, есть некая такая боязнь. Во-первых, масса мотика, да? Во-вторых, у него огромная колесная база. У него больше 1,5 метра колесная база. И, конечно, это ощущается в те моменты, когда ты выезжаешь вот на такие загородные извилистые дороги или серпантины. Но это не мешает ему вот так вот напрямую бахнуть 200 просто не на трассе, а на полевой дороге. Уверенно держать эту дорогу, блин, офигеть, от 200 плюс еду. Единственное, действительно, надо бензин экономить. Так, вот он, еще один поворотик. 130, заходим. Открываем газ. 156. Притормозили, дорулили. Не, отлично вообще. Дорогу держит отлично. Вот из-за его только колесной базы есть некоторое ощущение, что он такой грузный, как будто хочет выехать из поворота немножко на внешнюю сторону. Но это не спортбайк, чего от него требовать. Для такого тяжелого мотоцикла, большого, он вообще идеально рулится. Подводя итог, ребят, это хороший японский мотоцикл, который подойдет для дальних, очень дальних поездок, даже там, вот как я ехал от Владивостока до Португалии. Но надо учитывать, что это все-таки не турэндуро в нашем современном понимании. Он все-таки для асфальтовых поездок. Иногда можно, конечно, съехать на легкое бездорожье, но не более. Мотик до сих пор актуален, несмотря на то, что это 2014 год, да, первое поколение Кавасаки. Понятное дело, есть уже новые версии, но они уже стоят совсем других денег. Вот я считаю, за свои деньги, там, за свои 700-800 тысяч в сегодняшний момент, в сегодняшний день, это офигенное очень решение. Даже не знаю, что в эти деньги можно еще купить. Ну, наверное, какие-то старые Вестромы. Мне очень понравился мотор, тут вообще спору нет. Да, он не мощный, да, он не суперсовременный. Там 100 500 лет уже Кавасаки выпускает этот мотор. Но у него характеристики те, которые подходят для мотоцикла
который увезет вас очень далеко, вы его нагрузите, он очень тяговитый, он линейный такой, ровный, плавный, на нем комфортно ехать в любой ситуации, на трассе, по дороге, по асфальту, по грунтовочке небольшой, в пробках. Подвески тоже годные, мне понравились, жесткость их, в принципе, достаточная. Тормоза, как я уже сказал, не устроили меня, но, опять же, это 2014 год. Может быть, там чуть-чуть потратиться вам, да, докупить, например, тормозную машинку, докупить там тормозные шланги армированные, и станет лучше, но не факт. Поэтому, подводя итог, скажу, что мотик классный, не стоит его воспринимать как конкурента Гусю. И внешний его вид, он не вяжется, он у меня не вязался с его характером. И сейчас я вот поездил, он выглядит действительно как турэндуро, такой пенсионерский мотоцикл. Но характер у него, ну, немножко отдаленно спортивный. На этом закончим обзор. С вами был Взрывной Майк. Всем лютые катки, крутых дальников и фирменное хайо. Пока-пока.